Провести праздничные дни весело и с пользой можно в новогоднем городке на площади Пушкина. Каждый день в 17 часов ивановцев ждет праздничная программа по мотивам всеми любимых сказок и мультфильмов. Одновременно работает ярмарка, где гости праздничного фестиваля могут купить сувениры, игрушки ручной работы, а также авторские изделия из льна, кожи, стекла и дерева. Также на ярмарке можно отведать блюда национальных кухонь, горячие безалкогольные напитки с ягодами и фруктами, вкуснейшие десерты. А в канун Нового года, 31 декабря в 13:00, здесь состоится мастер-класс по приготовлению плова. По 7 января включительно городок будет работать официально с 16 до 20 часов. Культурная программа тоже практически с 16 до 19 будет ежедневно, за исключением одного дня, 31-го, с часу до 4 дня. Ну, для того, чтобы люди могли успеть за праздничные столы попасть. Но торговля будет идти так же, как и прежде, до 20 часов.